Тверской области продолжится стимулирование работодателей, реализующих инвестиционные проекты в Верхневолжье, к привлечению высококвалифицированных кадров из других субъектов Российской Федерации. С инициативой о предоставлении таких субсидий выступили представители бизнеса. Она была поддержана главой региона Игорем Рудений. Получателями субсидий являются юридические лица, которые реализуют в регионе инвестпроекты с объемом инвестиций не менее 100 миллионов рублей. Министерством экономического развития будет проведена работа по сбору предложений от представителей бизнеса по участию в проекте. За каждого привлеченного специалиста работодателю будет выделяться единовременная субсидия. Для получения выплаты работодатель должен быть включен в реестр работодателей, поставлен на учет в налоговом органе, иметь среднюю заработную плату не ниже зарплаты по отрасли в Тверской области. Кроме того, компания не должна являться иностранным юридическим лицом и не иметь задолженности по зарплате. Мы полагаем, что это очень хороший опыт, который даст нам возможность пополнить ряды высококлассных специалистов по направлениям, где у нас есть дефицит. В том числе это касается и металлообработки, машиностроения, сельского хозяйства.